Следователи проводят обыски в мэрии Норильска. Из городского бюджета похищены почти 2,5 миллиона рублей. В мошенничестве силовики подозревают сотрудников местной администрации и работников компании «Санор». По данным следствия, с июля по декабрь 2019 года фирма предоставила поддельные документы на выполнение муниципального контракта по обслуживанию помещений. Чиновники их приняли. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Добавлю, бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину на днях предъявили обвинение за то, что он знал о разливе топлива на ТЭЦ-3 Норникеля, но не сразу сообщил об этом.